Недавний рабочий визит главы республики Рамазана Абдулатипова в Хасавюрт послужил поводом организации круглого стола представителей средств массовой информации с приглашением главы муниципального образования город Хасавюрт Зайнутдина Акмазова, где были озвучены ряд вопросов разных сфер, которые требуют повышенного внимания и решения в экономическом, социальном, культурном и ряде других направлений. Как обозначил глава города, Хасавюрт на сегодняшний день является экономически важным объектом для всей республики, где очень хорошо развита торговля. Но тем не менее, до сих пор непростая ситуация в области налогового учета лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством. Надо приводить порядок вот работы этих рынков. Там ни один человек не должен работать, если он не заключил трудовое соглашение или с управляющей компанией рынка, или с директором рынка, хозяином рынка, или он как индивидуальный предприниматель должен стать на учет налоговой инспекции. Вот эти законы, если хоть один там работать без заключения договора, то нужно штрафовать руководителя этого рынка. Другой вопрос, вот это состояние пожарной безопасности. Но наши пожарники там должны работать. Далее в продолжении беседы Зайнутдин Датабегович отметил, что в Хасавюрте много положительных изменений, реконструированы социально-культурные и образовательные объекты. Яркими примерами являются школьные и дошкольные учреждения, построенные согласно инвестиционной программе. Также был отмечен и Центр традиционной культуры, который по праву получил много положительных отзывов, как со стороны горожан, так и гостей города. Вот сейчас, если вы поедете, можно даже оттуда еще репортаж сделать, очень красиво, очень хорошо там сделать. Мы дополнительно купили туда для оборудования зала скамейки, еще музыкальная аппаратура, много чего мы там сделали в последнее время. Это как будет как образцовый. Ну, по отзывам тех, кто там был, это одно из лучших центров культуры. Подводя итоги встречи, было также обозначено, что приезд главы республики в Хасавюрт – это, безусловно, положительная динамика и хороший стимул для города. И работа для улучшения жизнеобеспечения будет вестись регулярно. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».